Всем привет! 2 июня 2024 года на пятом канале состоится премьера детективного сериала под названием «Закон тайги». В воскресенье нам покажут сразу 6 серий, а всего будет 32. Если вы планируете смотреть данный сериал, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. В центре события оказывается бывший полковник. Николай отлично стреляет, также он мастер рукопашного боя и прирожденный оперативник. У него есть свои принципы, но несмотря на это он может подстроиться под ситуацию ради достижения цели. Он часто рискует собой, выполняя опасные задания. Но однажды очередная операция была провалена, и один из агентов был убит. Николая сразу же отстраняют от службы и начинается расследование. Полковник чувствует, что среди коллег есть предатель, и он обязательно попытается его устранить, как и напарника. И чтобы вычислить этого крота, устюжанин решает поймать его на живца. Для этого он едет в глухую деревню к своему бывшему сослуживцу, главе района, и устраивается на работу лесником. Николай помимо личных проблем столкнется с опасными браконьерами, черными копателями и коррупционерами в органах власти. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.